Итак, друзья, я весь день ходил по минус 20-градусной температуре Байкала и понял, что этого мало. Сейчас, короче, я буду погружаться под воду Байкала, фактически под лед. То есть тут реально есть такие специальные ванночки, которые выпиливают просто бензопилой, и ты опускаешься под воду. Мне говорят, что там не холодно, мне говорят, что там даже, блин, тепло. Вот, прямо сейчас идем, короче, переодеваться. Короче, ребят, мы на Байкале. Погружаемся под воду, под лед. Люди, сегодня я покажу вам, как люди живут на красивейшем озере мира в условиях суровых сибирских морозов. Температуры в самые холодные месяцы здесь опускаются до минус 40 градусов. Лед промерзает на 1,5 метра вниз, но даже толстенные глыбы иногда трескаются. Самое распространенное средство передвижения по Байкалу – это вот такие тачки, так называемые хивусы. По-хорошему, это катер на воздушной подушке, а преимущество его в том, что даже если мы влетим в какую-то, например, расщельную, или если, не дай бог, будет какой-то кусок прям с водой, то он сможет перелететь короткий участок. Туристический бум в этом году такой, что из-за бешеного спроса попасть сюда почти невозможно. Вот они, знаменитые пузырьки Байкала. Невероятно красивые. Туристы проезжают десятки километров по озеру, платят десятки тысяч рублей для того, чтобы перемещаться на воздушной подушке, чтобы сфоткаться с ними. Скажу вам, не туристический Байкал. Что скрывается за всеми красивыми ретушированными красотами природы? И здесь вот у домов есть вот такие интересные квадратики. Смотрите, выглядит как окошечки, как будто киоск какой-то. Есть предположение, что это? Реально, этот вопрос задавали знатокам во что, где, когда, и они, кстати, не ответили. Люди посреди самого большого хранилища пресной воды в мире живут здесь без водопровода. Единственный водовозчик, чувак, который развозил, Василий его зовут, у него нет прав. И реально водовозка стоит, и как бы все, у тебя нет других вариантов. Во времена, когда человечество освоило нанотехнологии, генетическую инженерию и учится делать гиперзвуковой транспорт, в некоторых поселках на Байкале здесь нет водопровода, здесь нет связи, здесь нет вообще ничего. Я в шоке от того, что такие места в России вообще до сих пор существуют. Охренеть, как вообще это... Просто слов нет, реально. Но люди здесь как будто пропитаны вековой энергией Байкала. Вот бабушка, фамилия Мореходова. Ей за 80, а она дрова колет сама, на тачке за рулем ездит сама, ломом прорубь прорубает и до сих пор сама коров держит. А по морю-то я туда-обратно. На коньках нормально. Население некоторых поселков вокруг Байкала сокращается до 1-2 человек, но каждый бриллиант. В последние годы здесь происходят странные вещи. Людям приходят повестки из прокуратуры, чтобы они разбирали свои дома и уезжали с острова Ольхон. Местные боятся, что на их территории зайдет кто-то из московских олигархов. Богачи нахватали, наворовали. А кто честно работал, тот ничего не заработал. Одни болячки. Ой, ребятишки, вы напишите? Это Лядов, и сегодня мы на Байкале. Честно скажу, я здесь впервые, но здесь охренительно круто. Какое-то невероятно мощное энергетическое место. Это стало в последнее время супер туристическим местом, но мало кто знает, что вокруг Байкала есть очень много интересных, необычных, труднодоступных поселков, куда иногда без льда вообще невозможно добраться. Мы доедем в них для того, чтобы узнать, как там живут люди, когда, например, для того, чтобы добраться до магазина, тебе нужно каким-то образом по льду, который еще периодически ломается, добраться через несколько километров.
это Лядов и как люди живут с Байкала. Последние несколько лет Байкал стал абсолютно топовым местом среди российских туристов. Количество людей, едущих сюда отдохнуть, просто резко увеличилось. Ну и, конечно же, увеличилось количество людей, которые хотят на них заработать. Ну а заработать с нынешними ценами им, конечно, не составит никакого труда. Хоть и турбизнес во многих местах здесь нелегальный. Чувствую, эта поездка обойдется мне не так, как я изначально планировал. Но это не проблема, потому что у меня с собой бесплатная кредитка Альфа-банка с новым абсолютно уникальным предложением. Она без процентов теперь 365 дней, целый год. Такого не было еще никогда и ни у кого. Льготный период кредитной карты Альфа-банка действует на все покупки и доставит вам ее куда угодно и совершенно бесплатно. Предложение, правда, очень крутое, и такого точно нет ни у одного банка. Поэтому переходите по ссылке в описании и оформляйте уникальную кредитную карту Альфа-банка и получите целый год без процентов и бесплатное обслуживание. Не упустите такую возможность. Предложение будет доступно до конца года. Под водой самое главное – дышать спокойно, размеренно, глубоко. До погружения 10 минут. На улице минус 20, в воде примерно плюс 2, плюс 3. А мы на сколько метров должны погрузиться-то? Ну, мы будем плавать подо льдом, но в принципе… Прям плавать подо льдом? Да. Акваланг обычный. Единственный способ утеплиться – флисовое термобелье. Своего нет, мне дают чужое. Один рукав мокрый, но обещают, что скоро будет тепло. Вот, смотрите, будет вот такая маска. Здесь двойная. Меня предупреждают, вода внутрь акваланга будет проступать. Главное – не паниковать. Может, еще не поздно отказаться? Я обычно эту воду никогда не погружался в ледяную. Самое страшное, что может произойти в холодной воде – свести ногу. После 2 метров глубины в ушах начинается адская боль, поэтому нужно будет продуваться. То есть сжать пальцами нос и дышать. Ну, как в самолете, когда взлетаешь. Но с этой громоздкой перчаткой и пластмассовой маской попробуй доберись до носа под водой. Главное правило, которое мне сказали, я должен соблюдать – я чемодан. Ну, то есть теперь ничего, еще тоже мокро. Сергей, тащить тяжело и бросить жалко. Да, чемодан, то есть бесполезное существо, которое не способно ничего делать, кроме того, чтобы тянуть вниз все. Ну, то есть я не могу, типа, грести руками, ногами, не должен этого. Я должен максимально профессионально быть чемоданом. Ко мне привязывают железные грузила. Я утяжелял весь год. Оказывается, недостаточно. Блин, на самом деле, честно говоря, довольно-таки тревожные ощущения. Потому что я вообще не ожидал, что... Реально, я как смотрел на эту баночку, думаю, ну, спустимся, типа, такие, и скажем под водой привет. Но тут до каких-то якорей мы должны доплыть. Мы реально прям под альбом. Вы не подумайте, никакого геройства в этом нет. Просто делюсь эмоциями. От ощущения, что ты будешь не просто под холодной водой, а подо льдом, который ты никак не сможешь пробить в случае чего, ни кулаком, ни головой. Честно говоря, стрёмно. Ой, еще пить хочется очень. Адреналин в костюм пускать нельзя. Увидеть байкальский лед снизу – моя давняя мечта. Проблема в том, что Байкал – это вам, друзья, не просто озеро в деревне у бабушки. Он возник в результате крупного тектонического разлома между огромной евразийской и более мелкой амурской плитой. Причем амурская до сих пор постепенно отодвигается вниз, и Байкал фактически с каждым годом постоянно расширяется. Из-за этого в округе постоянно происходят землетрясения. Поэтому, например, в ближайшем городе Улан-Удэ не возводят высоких зданий, а центральные улицы и вовсе двухэтажные. Именно поэтому Байкал – самое глубокое озеро в мире. Там бы поместилось 2 высочайших небоскреба Бурдж-Халифа, 5 Эйфелевых башен и 17 лондонских Биг-Бенов. Минутная готовность.
Сочи вообще холодно. То есть реально даже теплее, чем в Турции. Кстати, прикольное ощущение. Надеваю ласты, хотя сильно двигать ими в воде мне запрещено. Можно запутаться за страхующий трос или, что еще страшнее, словить панику. Кстати, я начинаю чувствовать, что я на улице, только словом в голове, потому что она быстрая. К краю подходим. Смотри, стой. Вот эта рука левая. Я иногда буду ее приподнимать. Первые секунды очень стрёмно. Вроде не холодно, но ты чувствуешь, что через мелкие дырочки ледяная вода все-таки заходит под костюм. Я начинаю хаотично барахтаться руками и ногами. Что такое? Холодно. Башки. Сейчас привыкнет, не переживай. Холодно, голове. А лед, блин, толстенный, кстати. 30 сантиметров уже. Опускаюсь и как будто попадаю на другую планету. Минут через 5 паника проходит и наступает безумный дзен. Невероятная красота. Мощь, холод. Вокруг зима, а дно, посмотрите, как лужайка лесная летом, зеленая. А по дну какие-то жучки красивые ползают. Больше всего меня впечатляет вода. Чистейшая, кристальная, действительно уникальная. Можете предположить, сколько бы стоила вода Байкала, если бы в какой-то момент наша страна начала вдруг торговать пресной водой, а не нефтью? Ну хотя бы примерно. Профессор Тимошкин из Лимнологического института РАН посчитал в долларах. Если 1 литр Байкала воды стоит 1 доллар, то его нужно умножить на 23 тысячи кубических километров. И получится невероятная цифра. 23 тысячи триллионов долларов. Это примерно 4 тысячи бюджетов США, 5 тысяч бюджетов Китая и 6 тысяч бюджетов Германии за 2019 год. Много лет Байкал называли морем, потому что это действительно колоссально большое озеро. Вы просто посмотрите на это. 20% всей мировой пресной воды находится именно здесь. И 90% всей воды России тоже находится именно здесь. Если бы в какой-то момент Байкал вдруг опустел, то понадобилась бы вода всех, абсолютно всех рек мира для того, чтобы заполнить его. Меня под водой в какой-то момент переворачивает и закручивает так, что я путаюсь в тросах. Стучу рукой по льду, но... Спрашивается, как сейчас вот в этих всех условиях путешествовать по России, например, да, учитывая, что самые известные сервисы бронирования ушли, перестали работать. Ну, как бы, в принципе, западные компании продолжают уходить из России. Кто-то останавливает производство, кто-то продает активы, кто-то просто уходит. Но, к счастью, компании, которые уходят западные, сами отели они забрать не могут, и инфраструктуру для путешествий. Поэтому сегодня бронировать отели и жилье для путешествий можно благодаря сервису Суточно.ру. Суточно.ру – это российский сервис, где можно найти и забронировать жилье по всей стране. И работает он уже более 10 лет. Доступны как крупные города и курорты, так и небольшие поселения. Москва,
Питер, Сочи, например, Кисловодск, вы точно найдете жилье там, куда вы собираетесь, ведь в базе Суточно.ру более 100 тысяч объектов по России. В Санкт-Петербурге, например, совсем скоро начинается самое яркое время – белые ночи, и жилье на майские или июньские выходные можно смотреть уже сейчас. Варианты есть на любой бюджет, от недорогих квартир до элитных отелей, и за каждое бронирование вы получаете кэшбэк 30% в виде бонуса на следующие поездки. Кстати, за отзывы можете не переживать. Ребята из Суточно.ру позаботились о том, чтобы объявления, которые раньше были доступны на западных сервисах, полностью перенеслись, фактически скопировались на Суточно.ру с сохранением рейтингов. Все для того, чтобы вы могли найти лучший вариант для проживания. А еще они сделали для вас специальный промокод «Люди». С ним вы можете забронировать абсолютно любую квартиру или отель со скидкой 1000 рублей. Совершенно любую. Поэтому переходите по ссылке в описании на Суточно.ру и планируйте свои путешествия с комфортом. Прежде чем вернуться туда, расскажу вам, как сегодня самому можно добраться до этого великого озера. Честно скажу, от ценника на то, чтобы прилететь и посмотреть на самую дорогую воду мира, охреневаешь не меньше. Цены на отели в зимний сезон вырастают в 3 раза, до 15, а то и 20 тысяч рублей за сутки. Билеты на самолет стоят примерно как до Италии, почти 30 тысяч туда-обратно на человека. Ох, ни хрена себе, я тут наступил, еще не провалился сейчас. Ох, блин, прям взбодрило. Что-то я поднабрал, да, в последнее время, и как бы не ожидал этого явно. Не ожидал этого. Иркутск, прям, скажем, выходишь. Кстати, не сказать, что прям холодно, но как-то, знаете, влажно. Прям чувствуется, как будто, знаете, замерзшая влага на улице. Чувствуется только-только сумерки, вот рассвет. Башка у меня пока еще не мерзнет. Это я просто еще не проснулся. Ночной перелет в полном самолете 5,5 часов. Я чуть-чуть не особо соображаю, что происходит. Один носок надел и завис, глядя в одну точку. Знаете, вот такая. И затупил по полчаса. Знаю, бывает у вас такое, нет? У меня прям регулярно. Это я. Температура на улице минус 25. Да, ребята, которые смотрят меня в Сибири, я знаю, для вас это абсолютная норма, но у меня все сжалось мгновенно. В принципе, как бы здесь говорят, что это, в общем, тепло. Каждый раз, когда я приезжаю в какой-нибудь вот, на какой-нибудь север, говорю, блин, и мне говорят, да это вам еще повезло, вам тепло. Тут то же самое, говорят, типа из-за того, что в этом году очень медленно холодает, из-за этого, типа, Байкал встает очень гораздо дольше. Вот, поэтому, типа, тут сейчас все рады, потому что холодно, просто адовый дубак, я не знаю, не представляю, я еду без подштанников, мне на час их достать просто. Дубеу такой же, я начал доставать термобелье прямо на парковке на улице. Очень необычное ощущение, ты выходишь из аэропорта Иркутска, и ты, смотрите, ты практически посреди города. Вот, то есть реально, вот смотрите, перекресток, автобусы есть, дома, как будто, знаете, типа на ЖД вокзал прилетел. Очень необычно, реально такого не видел никогда. Вот, и вот там стоят таксеры, да, смотрите, так много этих вот такси с шашечками этими оранжевыми. Такое ощущение, что вот ты попадаешь, мне кажется, лет так на 15 назад, когда вот стояли вот эти вот, да, вот когда ты выходил из аэропорта там в Москве, например, и все было вот усеяно этими таксистами, вот. Такая вот атмосфера настоящей России. Вот, да, такое путешествие в России. Я всегда говорю, что, в общем, когда выезжаешь из Москвы, перейдешь куда-нибудь даже внутри нашей страны, ты попадаешь в другое государство. Вот как потом начинается. Морозяка лютая. Первый человек, которого я встречаю возле аэропорта, вот этот интересный мужик в пыжиковой шапке и шубе, как будто она из белого медведя. Что, балось? Что такое? Пошел отсюда. И сразу понимаю, день будет прекрасный. Моя задача добраться от Иркутска до самых отдаленных поселков на Байкале. Посмотрим на карту. Вот места, куда обычно ездят туристы. Самые популярные поселки это Листвянка, Байкальск, Хужир, столица Ольхона, и Гремячинск,
Турка и еще несколько пунктов со стороны Бурятии. Но на самом деле на Байкале находится под сотню селений. Причем обратите внимание на количество населения. От поселков пятитысячников до сел, где проживает по 100, 50, по 15 и даже по 2 человека. Добраться по земле можно далеко не во все, потому что в некоторые дорога такая, что там можно танк утопить. По льду проехать вполне реально, но тут другая проблема. Что страшно ехать? Каждый раз страшно. Серьезно? Нужно, чтобы было страшно, тогда все будет нормально. Тогда думаешь головой. Володя знает, что говорит. Вот так обычно это происходит. Грузовик пересекает Байкал, чувствует, что сзади лед начинает ломаться, дает газу, а обогнать трещину не получается. Секунды, и он в воде. Ё-моё! Ё-моё! Мамочка! Снег, как теплоизоляция, не дает намерзать льду, не дает ему набрать нужную толщину. Среди тех, кто категорически отказывается дожидаться открытия официальной переправы по льду, есть негласное правило. Едешь по тонкому льду – открой дверь машины, это спасет тебе жизнь. Но вот вам кадры как раз из такой машины. Внутри семья. Мама, папа и сын. 29 лет. Ты видишь здесь знаки? Я тебя прошу, поехали в ту вот сторону. Вот знаки туда и идут. Знаки туда. Я тебе... Знаки вправо, влево. Папа водитель, видимо, думал, что знаки справа и слева означают, что заезжать нельзя за них. Левее или правее. Знаки дороги обозначены. Знаками? Стоп, значит, у тебя... Право, влево, стоп. Значит, вправо, влево. Вся машина пытается убедить отца, что стоп – это значит стоп. И ехать нельзя. До знаков они не доехали метров 300. Куда? Звони! Куда звони? Звони мужикам! Открываем дверь и уплываем! Проблема в том, что когда машина погружается под лед, вода со всех сторон давит на двери с колоссальной силой, и открыть их уже невозможно. Звони скорее! Звони в МЧС! Какой МЧС? Ты сказал стоп! Бей стекла! Меньше минуты, и машина опускается под воду гораздо быстрее, чем приезжают спасатели. Это видео с утопленной флешки регистратора позже восстановят спасатели и полиция, когда того самого 29-летнего сына поднимут со дна вместе с машиной. Мама с папой спасутся. Невероятное ощущение. Я вот один посреди этого Байкала, и вокруг полная тишина. И просто вот иногда вот эти вот звуки. О, да. Жесть. Очень стрёмно, реально. Кажется, что, знаете, как в фильмах, когда какие-то звуки начинаются, и они расходятся, и думаешь, что ты сейчас просто рухнешь под эту огромную льдину. Мы с вами отвыкли от этого ощущения, когда ты вообще ничего не слышишь. Послушайте вот эту тишину. Ты прям вот погружаешься и понимаешь, что вот все эти шумы, к которым мы привыкли, машин вечно ездящих, людей там ходящих, топающих, дворников что-то убирающих, эти городские шумы, их когда вот нет, ты понимаешь, что ты за этой мишурой
не слышишь главного вот этой тишины какой-то. Ощущаешь как раз себя песчинкой в этом мире. Понимаешь, насколько ты маленькая просто часть этого огромного мира. А к нему все-таки можно только прислушаться. Время Джордано Бруно на костре сожгли за то, что он говорил, что планета Земля не находится в центре Солнечной системы. Его тогда сожгли, сказали, ты дурак. В итоге выяснилось, что в центре Солнечной системы Солнце, а люди продолжали дальше думать, что они все-таки центр Вселенной. Мне кажется, вот в этот момент, когда ты понимаешь, что ты не центр этой Вселенной, а ты лишь его часть, которая может как-то лавировать вокруг этого всего, играя по правилам игры, общей большой природы, тебе как-то становится жить легче. Чтобы решить, как и на чем ехать, мы проверяем толщину льда. Мы сейчас расчистим Кусман. Тут Байкал засыпало снегом, хренам ведь. Конечно. Посмотрим, какая толщина льда. Так, как это работает? Лунка уже такая приличная. Крепкий такой лед. О! Вроде пошло вода. Да, вон вода пошла. Вот она моя. Все, бура застрянется там, судя по всему. Обычно в это время года он должен промерзнуть уже больше, чем на метр. Ну-ка. Вот весело сейчас, если этот бур там останется. Бля, все, бур теперь живет в Байкале. О, смотрите, примерно глубина льда примерно вот так вот, то есть это сантиметров 40, чуть меньше, чем полметра, а переправу открывают, если только 80 сантиметров льда намерзает. Делается это потому, что ездит куча грузовых тачек, которые вывозят там продукты, вещи, все возможное. Прикиньте, такой 40-тонник поедет, конечно же, он провалится. Мы решаем, что самый безопасный способ – это ехать все-таки не на машине. Средняя температура в феврале на Байкале довольно-таки приемлемая. Это не как прям на Чукотке, где-то минус 30, 40, 50. Вполне минус 15-20, довольно-таки средняя температура, но здесь очень высокая влажность, и иногда, когда поднимается ветер, то здесь прям довольно-таки люто. Я, короче, вообще об этом не подумал, очень зря, потому что на Чукотке меня просто обжигал этот лютый ветер, а я на Чукотке брал с собой балаклаву, а тут реально забыл. Просто в какой-то момент понял, что ее надо искать. Я сразу же написал в специальный чат ребятам из сервиса еще от Aviasales, и они тут же нашли мне место, где я могу купить балаклаву. Просто, на самом деле, спасли меня. Как холодно. О, вообще. Вообще другое дело, конечно. С сервисом от Aviasales еще путешествия станут еще комфортнее, еще удобнее и еще теплее. Сервис стоит всего 1490 рублей в год. А по промокоду «Люди» вы получите еще и скидку 10%. Ссылку оставляю в описании.
самое распространенное средство передвижения по Байкалу – это вот такие тачки, так называемые хивусы. По-хорошему, это катер на воздушной подушке, а преимущество его в том, что даже если мы влетим в какую-то, например, расщельную, или если, не дай бог, будет какой-то кусок прям с водой, то он сможет перелететь короткий участок. По сути, это лодка, которая едет на двух баллонах. Есть версии побольше, тогда баллона три. Главный двигатель – вот этот огромный вентилятор. Он разгоняет воздух, а лопасти сзади двигаются и направляют его либо вправо, либо влево. Главное отличие от управления машиной в том, что поворот надо начинать гораздо раньше, то есть, чтобы объехать препятствие, руль нужно повернуть метров за 50 до него. Тормозов нету только. Тормозов вообще нету? Нету тормозов. Вот газ сбросил, он сам своим как бы накатом остановился. Заранее ты имеешь в виду то, что надо как бы поворачивать, если ты видишь что-нибудь? Да, препятствие, если вижу, я уже заранее начинаю, ну, как бы сворачивать, поворачивать, чтобы его. Боком на препятствие нельзя наезжать, надо ровно лучше заезжать на него. Иначе порвет, да, его? Да. Может баллон вырвать там такой. Скорость спидометр не показывает, потому что колес нет и приборам неоткуда взять информацию. По воде плавать может, но очень медленно и очень дорого, жрет много топлива. Зимой, особенно там весной, это самая распространенная штука. Она очень дорогая. Вот такая тачка стоит примерно 8-10 миллионов рублей. Поэтому местные их покупают и, конечно, отбивают за счет туристов. Поэтому они очень дорогие. Если вы захотите снять себе такой хивус на целый день, то и чтобы пройти по самому популярному туристическому маршруту, например, от Листвян, до острова Ольхона, надо будет за один день заплатить примерно 80 тысяч рублей. Это в самый разгар туристического сезона. Наш водитель Алексей в этом году купил себе свой личный хивус, но маленький, на 6 человек. Купал бы ушный за 300. 300, да? Ну, наш маленький, да? Большие сколько стоит? Ой, большие, разные цены вообще. Ну, новый там, ну, 15 большой. 15 миллионов. Ну, такой маленький, допустим, если новый, там, от 7. От 7 и выше. Ага. За сколько реально его отбить? Ну, твой. Ну, я не знаю, наверное. Ну, за год можно. Количество туристов на Байкале растет бешеными темпами. Причем, если до пандемии ковида сюда ехали в основном китайцы, то после ковида количество российских туристов увеличилось. Казалось, что русские туристы тоже готовы платить, приезжать на Байкал, ну, за неимением другого, наверное, и опять же интерес к своей стране появился. Цены выросли в среднем на 20%. Сколько сейчас стоит отдохнуть на Байкал? Так вот, средняя статистическая семья. Папа, мама, ребенок. Папа, мама, ребенок. Ну, мы берем так, что если средний такой отдых без фешенебельных каких-то приколюх, то... Ну, тысяч от 15 в сутки на человека. Мы вот так рассматриваем. Частичное питание. Ну, на неделю, допустим, да, один человек, что 15 тысяч 7 дней, это вот где-то примерно сотка на человека. Вот. Да, вы не ослышались. Получается, на неделю примерно 130 тысяч на человека, плюс билеты, плюс еда. Реально получается больше полумиллиона, как на Мальдивы слетать. Но количество приезжающих растет колоссальными темпами. Вот официальная статистика. Пик был в 2019 году. Тогда на Байкал приехало почти 2 миллиона человек со стороны Иркутской области. Потом из-за пандемии рынок рухнул в два раза, но в 2021 снова больше миллиона туристов. При этом на один с лишним миллион туристов в Иркутской области всего 3 пятизвездочных отеля, 37 трехзвездочных, а больше всего отелей без звезд. Умру сейчас, как хочется ссать. Это, короче, ад. Суть в том, что вот из-за того, что тут такая проблема с водой, это абсолютно нормальная история, что в отеле на Байкале нет туалета. Реально очень много отелей по каким-то нормальным экономным ценам бюджетным. Почти во всех них туалет будет находиться на улице. А мне вот повезло, он находится еще и просто на другом конце вообще всей территории отеля. Поэтому, короче, я среди ночи, я вот уже второй раз примерно иду. Это ад, это просто адовый ад. Когда ты лежишь, думаешь, прямо начинаешь сходить, встать, думаешь, ладно, потерплю.
Потом думаешь, проходит час, будешь понимать, что все, огонь просто в глазах, терпеть уже невозможно. И вот я, короче, в куртке на голое тело, вот смотрите, шлепаю в толкан, потому что просто невозможно больше терпеть. Просто адище какое-то. В общем, насмотревшись на зеркальный лед Байкала, красивейшие мысы, еще более красивые наплески, от которых действительно дух захватывает. Возвращаясь с экскурсии по красотам, ты попадаешь в типичную русскую деревню. Главное место остановки на Байкале – это остров Ольхон. Его столица – поселок с интересным названием Хужир. Население – 1350 человек. По дорогам поселка ходят коровы, бегают чудесные милые собаки. Под снегом домерзают советские грузовики. Примерно все, кто живет на единственном острове Байкала Ольхоне, так или иначе занимаются туризмом. Поэтому чем ярче у тебя табличка, тем больше клиентов. Вот кто-то разрисовал деревянный дом, видимо, во все цвета красок, которые смог доставить с материка. Вот кто-то привлекает внимание с помощью макета миномета. Если что, снимал я это в начале февраля. Народное творчество чувствуется на каждом шагу. Вот вам кафе с прекрасным названием «Байкалочка». Вот кто-то рекламирует экскурсии на заборе с обещанием вкусных обедов. Это интересная картина, которую, мне кажется, можно увидеть только на Байкале. Идешь такое и думаешь, где взять такси? И тебя тут на заборе. На! Просто объявления такси висят на заборе, реально. Вот, пожалуйста, одно, второе такси. Вот. И любопытно, еще интересно, да, смотрите, типичная байкальская парковка, как выглядит. То есть тут помимо обычных автомобилей, вот, как правило, припаркован вон как минимум один снегоход. Основной ездящий транспорт на острове – УАЗики-буханки. Еще много неездящего – от ржавых прицепов до ржавых грузовиков. Есть мотоциклы с люльками. И да, тут за забором еще и своя заправка. Смотрите, на острове есть две заправки, но одна заправка сейчас не успела завести бензин вовремя, поэтому она не работает. Официально переправа еще не открыта, бензин там закончился. И работает одна единственная заправка, вот так она выглядит. То есть это такой большой какой-то сарай, дворик. Заходишь сюда, и здесь, смотрите, стоит вот один пистолет времен Сталина. Как будто бы, ну такие вот у нас были. Здравствуйте. И вот второй еще пистолет есть тоже. Вот, смотрите, наливают они бензин. Цены нереальные. Уже в начале февраля были больше 50 рублей за литр. Это при том, что Иркутская область находится на 5-м месте по добыче газа и на 15-м по добыче нефти в России. Впрочем, газ тут тоже дорогой. И не только газ, тут еще и за воду платить надо. Супер интересная деталь. Вот ты идешь по обычной улице Хужира, и здесь вот у домов есть вот такие интересные квадратики. Смотрите, выглядит как окошечки, вот как будто киоск какой-то. Вот смотрите, вот еще одно точно такое же окошечко. Вот здесь, ну, кстати, уже обратите внимание, открыто. Видите, есть предположение, что это? Реально этот вопрос задавали знатокам во «Что, где, когда». Затапливает. Но рядом с защитными заборами. Может, на дорогу сами просто. Рядом со щеколами. Затапливает. И с ветками рядом тоже. Там же вдруг их топит. Велосипед еще стоял. Внимание на экран. Удивительно, но на острове Ольхон, рядом с чистейшим озером Байкал, все жители пользуются привозной питьевой водой. То есть, прикиньте, ты находишься на острове посреди Байкала. Суть в том, что это система подачи воды. Да, здесь в 21 веке вот она выглядит так. То есть на единственном острове Байкала до сих пор нет водопровода. Системы подачи горячей и холодной воды в краны. По задумке, местные власти должны организовать систему подачи воды населению на водовозках. Посмотрите, вот эта вот тачка, прекрасный вот грузован.
напоминающий какой-то грузован времен военных лет. Водовозка на острове, имеется в виду государственная. То есть, когда ты не платишь дополнительных суперденег за то, что тебе привозят воду. Снизу снега нет, то есть под нее явно давно. То есть, короче, видно, что тачка стоит прям давно. А знаете, в чем дело? А дело в том, что некому работать. Потому что единственный водовозчик, чувак, который развозил, Василий его зовут, у него нет прав. И он много лет работал, типа, как бы, и как-то закрывали на это глаза, потом глаза закрывать перестали. И типа, а все, у чувака нет прав. Я не знаю, там все говорят по-разному. То ли одни говорят, что у него никогда не было прав, другие говорят, что у него там истекли и не смог он поменять. Такая вот ситуация, прикиньте. А мне сказали, что у Василия прав нет, поэтому, типа, ему не разрешили. Права отец, он все учится. Учится еще, да? Ну, в конце месяца. В конце месяца должен получить? Кто не идет на работу? Почему? Тяжелая работа просто. Просто, мне кажется, охренеть. Ситуация в этой, просто в этой водовозке, вот в этой, стоячий, замерзающий, просто вот вся наша страна. Фактически, сейчас жители получают воду благодаря частным компаниям. Вот как это выглядит. Старый УАЗик закрепляет в качестве прицепа бидон, обмерзший сосульками. То есть это не специальная тачка-водовозка, просто к УАЗику прицепили бидон, как из мультика «Ну погоди». Подъезжает к домику, открывается вот то самое окошечко, шланг, и все, и погнали. Тяжелейший труд водителя уважает вся деревня. Ну, раз полностью бизнес зависит от меня. Людей? Да, кафешки. Кафешки, да? Ну, даже гостиницы, у кого там скважин нет. Звонят, просят, да? Ну, конечно, здесь на работу много. Вы без выходных работаете? Или как, суббота-воскресенье вы отдыхаете? Субботу, воскресенье тоже работает, а посадить некого. Посадишь, потому что это не просто ездить, особенно зимой. Аварию сделать, потом что? Ладно. В прошлом году, позапрошлому тоже, я ж 3 вставал, 4 уже работал. Ночи? Да, в 10 домой приезжал. 2 месяца вот так вот, эти самые такие. С ума сойти. Ну. Три водовозки не успевали. Здесь все рассчитано по минутам. Здесь дисциплина. Без дисциплины не проработаешь. Пытались некоторые. 2-3 дня все. Да ну ее нафиг бросали. Есть расчет по минутам. В голове все держится информация. Понятно. Ну ладно, спасибо за ваш труд. Чтоб ценили люди. Да и здоровье вам самое главное. Бочка воды на 220 литров стоит 70 рублей. Вроде немного, но люди наливают по 3-4 бочки, чтобы хватило хотя бы на несколько дней. Практически вся территория Ольхона считается нацпарком. А это значит, что здесь нельзя почти ничего. Рвать траву, топтать траву, пользоваться водой из Байкала. Да, реально, тупо ведро воды из озера набрать нельзя. При этом здесь как-то должны жить люди. Историю с этими запретами назвали юридической аномалией. Доходит до того, что местный музей не может построить туалет. Его возведение тоже попадает под формальный запрет. Сам музей здесь настолько уникальный, что его самого можно в музее аномалии выставлять. Я не знаю, видно вам или нет. Тут безумно холодно. Тут сейчас температура градусов минус 18 точно. Просто это здание не отапливается. Уже много-много лет. Вы представляете, единственный музей во всем городе. Это как бы сердце сейчас нового туризма России. Едут куча людей, иностранцев, китайцев, европейцев приходят в музей и попадают в здание, которое много лет не отапливается, просто потому что не выделяется финансирование. Вот такое вот. И тут реально сотрудники работают просто вот на свой страх и риск, что называется, в перчатках, в шапках, в огромных в теплых унтах. Это вообще жесть какая-то. У меня уже уже руки нахрен замерзли. Ну, каково вам работать в варежках и шапке-то? Ну, привычно сказать, конечно, сложно, но работаем.
по необходимости. Mm-hmm. Как, конечно, мы закрыты сейчас, вы, как, наверное, уже поняли, да? Но вообще, конечно, холодно. При этом, если запастись горячим чаем в музее, можно много узнать об истории Байкала. Основная жизнь тут закипела с 30-х годов, когда на острове создали 9 рыбных заводов, а также десятки рыбных колхозов. Короче говоря, омуля ловили промышленными масштабами. Также сюда на остров ссылали преступников. А здесь стоит такой на опушке небольшой малоприметный крест. Здесь внизу икона, которая обернута в колючую проволоку. Вот, посмотрите. И табличка с надписью «Это место помнит страдания жертв репрессий середины 20 века». Дело в том, что именно здесь находилась исправительная колония в 30-е годы. Она входила в систему ГУЛАГа. Здесь были деревянные бараки, огороженные колючей проволокой. Работали заключенные, их присылали сюда со всей страны. Заключенные прокладывали дороги, которые, кстати, здесь используются до сих пор. Ловили рыбу. Вот. И здесь, если присмотреться на этом кресте, кто-то, видимо, особенно дерзкий, осмелился прям-таки нацарапать надпись «Да здравствует СССР». Как вам? Люди отбывали наказание за уголовные преступления небольшой тяжести. Например? То есть опоздание на работу 10 минут, кража килограмм картошки 1 год, 5 килограмм картошки 5 лет, 1 штучка омуля 1 год, 2 штучки омуля 2 года. Такие случаи были. Еще один вот мужчина, но он потом здесь остался жить в Худжире, у него там женился, дети, всю семья, родственники живут. Как дело было? Он жил в Киренске, город Киренск, это севернее у нас в Иркутской области находится. И во время войны, во время Великой Отечественной войны, американские летчики перегоняли вот по ленд-лизу самолеты. И они в Киренске, в этом у них, видимо, дозаправка была, время на отдых. И эти американские летчики, молодые парни, пошли на танцы в клуб, видимо, в Киренске. И здесь этот мужчина, молодой человек был тоже. И что-то они там повздорили немножко из-за какой-то девочки. Невеста у него была или что-то, и подрались. И его, ах ты, вот политическую ситуацию нам портишь, сюда отправили сразу за драку вот с американскими летчиками, его отправили сюда, в колонию. Ну, вот такой случай был. Здесь было не так тяжело, как в самых жестких лагерях ГУЛАГа. Большинство преступников попадали сюда за бытовуху. Среди них, конечно же, были такие действительно преступники, такие махровые преступники, которые рецидивисты, которые попались вот на незначительные кражи, их отправляли сюда, но их было очень-очень мало, небольшой процент. И единственный человек, который отбывал наказание по политической статье, Кисеев Василий Савельевич. В 41-м году, обучаясь на 4-м курсе в городе Феодосия, в фельдшерском училище, он ехал в поезде, рассказал, в тамбуре с ребятами курили, он рассказал анекдот. Как переводится с СССР? Смерть Сталина спасет Россию. И его тут же, ну, в общем, там... Серьезно? Да, и отправили кто сюда. Услышал? У него, ну, он стоял с товарищами, курил. Много товарищей. Ну, сколько в тамбур входит, я не скажу, но кто-то из них, видимо, а кто иначе, как иначе с тобой узнали, да. И у него вот единственного был такой большой срок наказания, 6 лет лишения свободы и 2 года поражения в правах. То 6 лет за анекдот. Да. Более подробно о ссыльных, которых отправляли на Байкал и в целом в Иркутскую область, я расскажу отдельно. Тут, к слову, сохранилось здание огромной тюрьмы, существовавшей с царских времен. Называется Александровский Централ. Из него будет отдельный выпуск. Здесь же, в музее Хужира, есть абсолютно топовый экспонат. Такой вы вряд ли вообще где найдете. Дело в том, что в 90-е на острове, после развала Советского Союза, началась прям жесть. 13 лет город фактически жил без электричества. Реально, примерно с 92 по 2005 год. Вот просто неожиданно во всем мире наступил 21 век, да, 2005.
21, 22 год. А тут неожиданно наступил 18 век, я серьезно говорю. Поэтому до сих пор здесь, вот в музее Хужира, находится вот такой интересный экспонат. Огромный кусман электрического провода. Вот тут вот он видно. Видите, такие вот. Он проложен по дну Байкала. Вот. И только благодаря ему электричество в итоге появилось. Страшно все. 13 лет без электричества, вы прикиньте. Бывало, что вот женщины начинали рожать, и свет мог погаснуть, поскольку переключали дизели или что-то еще. Ну, такие ситуации бывают в городах, когда отрубается электричество. И тогда, если это вечернее время, то ну, приносили две керосинки. Вот просто у меня приятельница, да, вот она младшего сына родила именно так, при двух керосиновых лампах. Жив-здоров? Жив-здоров, слава богу, да. Как хозяйка, расскажите, каково это, когда 13 лет без электричества? Ну, это действительно очень сложно, да. 21 век. Да, 21 век. Сначала, как бы, пока не приобрели газовую плиту, у нас были какие-то примусы. Зимой выручали дровяные печи, поскольку ты топишь печь для того, чтобы прогреть свой дом. И тут уже на ней приготавливаешь пищу, греешь воду. Если стирать, то это, конечно же, баня. Ты топишь баню, греешь чаны, стираешь это белье, полощешь. И ну, вот таким вот образом. Кабель проложили в 2005 году. И в Ольхоне, и в поселках электричество появилось. Помните, мы выдвигались в отдаленные села? Первая остановка – хутор Халы. Последние километры иду пешком. Практически во всех там вот домах, типа такого, да, деревенских домах, вода из крана не идет. Что делают люди? Можно либо делать скважину, бурить, да, либо, если там ты старенькая бабушка, какую ты нахрен скважину будешь бурить? Делают вот так, вот смотрите, это вот фактически... Да, все как я люблю. Это вот фактически маленькая прорубь, из которой люди берут воду. Она вот находится непосредственно на самом Байкале. На хуторе Халы нас встречает единственная жительница – Любовь Николаевна Мореходова. Очень тяжело доставать воду. Видишь, это самое... И ветер, и я нынче как грохнулась в воду. Да ладно, в воду прям упали? Конечно, вот тут поскользнулась и упала. Так, давайте, осторожно. Телят поила? Не упаду. Слышите, скорее, походу, я свалюсь, чем она. Да она, говорит, даже падала уже. И что теперь? Вылезла, как лягуша болотная. Вот, смотри, вот с этого упала. И упала-то вот так. Вот так. Упс. Бабушке Мореходовой за 80 лет. А она сама делает до сих пор примерно все. Вы дрова сама рубите? Ну кто? Кто будет мне дрова рубить? Кто? Дай себе бинокль подержать. Какой дурак? Да я ничего его держать. Сейчас вот. Ой, смотри, не упади. Грохнешься еще, что доброго тут. Не нарубишь дров, не растопишь печь. Не растопишь печь, замерзнешь посреди снежной степи через 5 часов. Вот зараза, а? Что-то я мазить стала. Волнуюсь, наверное. У нее во дворе две машины. Старый УАЗик и Тойота. И она, прикиньте, до сих пор сама гоняет за рулем по полям. Возила мужика своего. Вот, потому что он там что-то заболел. До Сармы или до Курмы. Потому что у меня права кончились в 19-м году в марте. Так это мне надо ехать в Иланцы сдавать... Анализы, тыры-пыры, что-то. Я что, кто меня там это продлит? Смотрю на нее, и прям видно, человек всю жизнь прожил на полную. Прямо рок-н-ролльщица. Родилась в 41-м, только-только война началась. Профессия там была. Я сначала, значит, боец охраны. Серьезно? Боец охраны в это завода имени Куйбышева. Вот боец я поступила охраны. После 10 класса. Вы на охранник учишь? Да. У меня был парабеллум. Да ладно. Винтовка. Да. Вот вам ха-ха-ха. Вот мы
охраняли завод. Прежде чем набрать воды, до нее надо добраться. Специально для этого у бабушки есть старинный прибор. Это что у вас такое? Это пешня. Она до того тяжелая. Вот подними-ка ее, возьми. Это с ума сойти можно. Несмотря на мои уговоры, хочет показать, как справляется сама. Сейчас она у тебя улетит. Это пешня. 80 лет, а сколько энергии. Попробуй отбери у нее эту пешню. Нет, ты так не вытащишь его. Стой. Это... Лена, вам закину ее. Ага. Половник специальный, а? Это такое типа ложка для льда. Ну, не совсем ложка, это такое типа сито. Вот. Видите, да? Вот. Почему? Потому что все будет маленькие. То есть ты прорубил большие глыбы, выкинул, дальше у тебя вот так вот берешь. Вот. Вот эти маленькие кусочки льда, чтобы выкидывать. Вот, удобно, кстати, на самом деле. Ну, я имею в виду, удобно, гораздо удобнее, честно сказать, конечно, открывать кран и подставлять под него кружку, но... Вот. Вот. И дальше, собственно, вот, воду из Байкала можно пить прям так, прям без фильтров и без всего. Я сейчас попробую прям отсюда. Знаете, такое ощущение, что ты прямо-таки вот прям в... Вбираешь в себя какую-то вот мощь, вот эту силу. Не знаю, мне так кажется. Я прям вот кайфую от Байкала. Мне очень нравится вот эту его мощную энергию. Что-то есть в этом такое прям охренительное. Вода, кстати, кажется теплой за счет того, что на улице минус 25. Вот. Очень прикольное ощущение. Всем советую приехать, вот, глотнуть из Байкала и так... Такое прям какое-то вот ощущение особенности возникает. Знаете, что ты находишься в таком крутом, особенном месте, чувствуешь, что есть в этой жизни какой-то смысл. Не знаю, как-то вот мне прет на какую-то философщину тут. Реально, вода мне уже кажется теплой. Вот абсолютно, я сейчас вообще не лукавлю. У меня, наверное, мордаз уже красный, потому что отморожение сейчас вот-вот начнется. Ладно. Да, я, кстати, естественно, весь мокрый. Вот, все, у меня мокрое, микрофон мокрый, все, все мокрое. Ну да, это вот я, что. Бабушка Мореходова в день носит по два ведра, наполненных до половины. Приготовить еды себе, трем собакам. Еду себе сама готовите? Нет, дяденьку прошу. Ой, я не могу. Кого тут просить-то, кругом никого нету. Еще у нее на хозяйстве коровы. Вы прикиньте, она до сих пор держит больше 10 голов. Их напоить сил не хватает, поэтому она их отправляет на выпас, чтобы ходили к речке, которая не замерзает. Пасти их ездит обычно на коньках, прямо по Байкалу. Смотришь на это, и кажется, что это какой-то художественный фильм, а не жизнь на Байкале. Мы сейчас выезжаем в очень необычные места, то есть это все еще Байкал, но ты выезжаешь, и прям начинаются супер дикие места. Вот прям лес, поля, пляж. И здесь уже туристов вот нет вообще ни одного человека. И здесь начинается реальная жизнь людей, живущих в поселке Байкала, вокруг Байкала.
Места красивейшие. Попадаешь в лесную сказку. Причем деревья, присмотритесь, их называют шагающие. Вот как это выглядит. Это потому, что ветром землю и песок выдувает из-под корней. Реально, кажется, что дерево распустило щупальца и куда-то вот-вот уползет. Посреди дикой природы начинают проглядываться дома. Многие, правда, с пробитыми крышами, а некоторые и вовсе без крыш. Место называется Песчанка. И сегодня здесь, на эту часть деревни, два жителя. Что есть? Ничего нету. Абсолютно ничего. Вот нету. Вообще ничего? Вообще ничего. Магазин? Нету. Магазина нету, света нету у нас, интернета нету. Ничего вот, ничего нету. И... Вода, водопровод? Ну какой водопровод? Мы вот колодец выкопали, из Байкала брать воду нельзя. Электричества у нас... вообще нет? Вообще нету. У нас свои... Короче, у вас... Да, генератор свой. 19 век? Да. Или 18? В советское время жизнь здесь кипела. Работал консервный завод, фельдшерский пункт. Прикиньте, сейчас тут два человека, а тогда целая школа работала. Знаете, так выглядело здание школы в деревне Песчанка. Вот. Представляете, да, то есть насколько была, пусть и небольшая вот эта деревня, но все-таки людей здесь было довольно много, так что хватало детей даже на целую школу. Причем, обратите внимание, да, здание не очень большое, но явно здесь был даже не один учебный класс. Сейчас вот зайдем, посмотрим, как это выглядит изнутри. То есть вот явно, ну, конкретно в этом помещении происходило одно основное обучение. То есть это один класс, как минимум. Дальше проходим. Тут была, наверное, какая-нибудь учительская, что-то вроде того. Дальше, смотрите, еще одно очень большое помещение. То есть как минимум два класса находилось в этой школе. А, скорее всего, это была столовая. Потому что, смотрите, вот видите, окошко, через которое, скорее всего, подавали еду. Но все равно, вы представляете, маленькая деревушка, там 20 домов, да? И как же круто, да, все-таки подходили к организации жизни, да? Все-таки, то есть думали о людях таким образом, чтобы они не переезжали в другие города, делали там какую-то минимальную хотя бы инфраструктуру, школы там и так далее, для того, чтобы они здесь оставались. И вот так это все выглядит сейчас. Редкие местные жители, точнее так, не редкие, а единственные, это Надежда Булкина и ее муж. Отношения у них очень трогательные. Надя хоть и очень ждала нас, но сказала, что если мы приедем позже трех, то интервью она дать не сможет. Муж придет из гаража, а ужин будет не готов. Еду готовят на старой русской печке, которую топить надо дровами. Пенсия сколько у вас? Ну, у нас даже 30 тысяч на двоих нету. А. То есть по 15 где-то? Даже меньше? Ну да. Ого! Ну, вот такие дела. На что хватает пенсии? На что хватает? На бензин хватает. И все? Ну, на бензин маленько остается. Хочешь телевизор посмотреть или просто посидеть с включенным светом? Будь добр, съезди за 25 километров в поселок за бензином. Электричество включают на пару часов вечером. Посуду моют вот в этом зеленом тазике. Телефон ловит ровно в одном единственном месте, на столике возле окна, поэтому лежит там несдвигаемо, как будто стационарный. Но самое необычное – это холодильник. Подключить его здесь не к чему. Спрашивается, как жить? Более того, ближайший магазин находится, я напомню, в 25 километрах. Мы уезжаем каждую неделю, возим продукты. То есть в Хужире покупаем продукты. Ближайший нас, еще ближе к нашему населенному пункту, есть там, где свет. Мы оставляем продукты, то сколько тут, 6 километров, 5-6 километров. Это где? Что значит, что за ближайшее? Улан-Кушин. Это что такое? Это соседняя деревня, докуда провели свет так. Промышленный. Ага. У нас там холодильник стоит. Ого, мы а где? Там... где он стоит? У кого-то, у друзей? Да, у знакомых, друзей. Вот вы, вы купили холодильник, поставили к друзьям? Да, да. С ума да, сойти. Да. Они держат свое хозяйство. Коровы, бараны. Чтобы вы понимали, это работа с утра до вечера, так что не присядешь. Причем это был их осознанный выбор. Несколько лет назад они решили перебраться из города. Купили старый дом и стали его достраивать. Строили 4 года. И тут от властей приходит письмо. Ну, там написано, что мы, что мы захватили землю,
И незаконно построили свой дом. Дом построили незаконно. И что нужно освободить, все снести, все убрать, чтобы вот чистое место было. А если мы этого не сделаем, то за каждый день 1000 штрафу. У меня вообще паника была, я здесь не знаю, какие даже слова-то придумать, что сказать. Я говорю, вот, все вложили, у меня голова кругом идет, короче, вообще. Давай дочери звонить. Она говорит, мама, успокойся, у этого давление поднялось у мужа. Я вообще ночь спать первую вообще не могла, и вторую тоже. Все вот это вот мелькает, что мы-то, ну ладно бы, нам бы что-то еще предложили, альтернатива какая-то была бы, куда-то это самое. Мы же все вот сюда вложили, что вот какие были накопления, все в этот дом-то вложили. И нам что теперь, на улицу идти? Вскоре то же самое пришло соседям, потом жителям соседней деревни, а потом и чуть ли не всем жителям Ольхона. Что произошло, объясняю. Байкал – место красивое и уникальное. И в советские годы здесь очерчивают охраняемую природную территорию. На ней нельзя делать ничего. До такой степени, что даже коровы туда не могут ходить, есть траву. Там нельзя собирать грибы, ягоды, пользоваться водой. Чтобы сохранить жизнь местного населения, которое проживает тут годами, сделали так, чтобы границы охраняемой территории не заходили на жилые поселки. Логично? Логично. Разваливается Советский Союз, проходят 90-е, на Байкал начинают ехать люди с деньгами, иностранцы, китайцы, европейцы. Денежные потоки становятся огромными, и в середине 10-х годов появляется новый орган – Байкальская природоохранная прокуратура, которая начинает рассылать те самые письма. Ну, в уме не укладывается. Это же, мне кажется, цинично вот так вот даже вот такое написать вот в этих исках даже. Ну, как-то вы по-другому написали, а то вот освобождайте, если не освободите, штраф будете платить в день 1000. Нам никто эту 1000 в день-то и не платит, во-первых. И мы откуда ее возьмем, эту 1000? Людям говорят, вы живете на природоохранной территории. Они такие, секундочку, советский документ же не включал наши поселки в эту зону. Оказывается, в 2017-18 годах Нацпарк поставил свою территорию на кадастр. И выяснилось, что их территория – это не отдельные зоны, которые требуют защиты, а тупо весь остров Ольхон и все жилые дома, хозяйства, гостиницы. Как вы спросите, так получилось? А хрен его знает. Но все зашло настолько далеко, что люди, которые вкладывали десятки миллионов рублей, например, в гостиницы, потеряли все. Вот смотрите, кадры с коптера. Огромный туристический комплекс Байкалов Остров. Стоит мертвым грузом и не работает. Его строили не какие-нибудь олигархи, а реально работяги, которые своим трудом зарабатывали все. И больше года комплекс уже стоит и, согласно судебному решению, должен быть снесен. Колоссальные потери, но в деньгах. А есть здесь история, от которой лично у меня сердце сжимается. Вот этот розовый дом, пожалуй, самый известный здесь, на Ольхоне, потому что произошло страшное. 5 лет назад семья Плоховых, Андрей и Елена, они переехали из Москвы, давно мечтали о том, чтобы построить свой дом, завести детей, жить счастливо, и сделали все по закону. Оформили участок, построили этот дом, но через несколько лет им пришло уведомление о том, что этот дом не может больше быть здесь, и они фактически должны просто взять из него, уехать, еще и разобрать его за свой счет. Как так получилось? Ведь они получали разрешение, оформляли все документы правильно. Не объясняется. Все это дошло до того, что муж Андрей Плох во время всех этих разборок, он не выдержал, он умер. И осталась здесь сейчас Елена, его супруга, и к ней уже примерно год ходят приставы, которые штрафуют ее за то, что она до сих пор не разобрала этот дом. Елена давала множество интервью, но это никак не повлияло на ситуацию. Даже после смерти мужа претензии уехать никуда не делись. Сама Елена больше не находит в себе сил говорить. Я встретил ее подругу возле дома. Мне сказали, к вам приставы сейчас приезжали. Да. Да? Что сказали? Ну, все, сносить дом. Сносить прям реально? Конечно. За свой счет? Конечно. Время определили какое? Ну, они как бы уже давно должны снести были. Просто что судебные процессы были, и поэтому... Кошмар. Да. Елена не то чтобы смирилась, у нее просто сил больше нет. А Надежда с мужем в той самой песчанке надеются биться. Видите, им захотелось это место у нас забрать. И они решили вот таким способом отнять землю. Здесь же места-то хорошие, красивые. Тем более у нас здесь, я вам не зря же сказала про пляжи. Ну да.
Что здесь, возведи вон турбазы или что-нибудь. Вот и все. А людей здесь, люди мешают. Вот их нужно отсюда убрать. Вы себе как такое отношение к людям объясняете? Да, кому мы нужны? Правительство про нас не знает, президент тем более. Думаете, не знает президент про проблему? Ну, вот здесь вот у него было там эта пресс-конференция-то вот последняя. С Читкинской области журналистка ему задала вопрос, что у них же там тоже такая же ситуация по берегам, же тоже начались эти вот проблемы такие же, иски тоже пришли. Она вот сказала, что неужели правда Байкал национализируют и людей вроде того, что это выселят. Он говорит, я вот впервые я об этом слышу, это его слова. Я говорю, ничего себе впервые. Мы куда только не писали, в правительство писали. Ему лично писали, президенту отправляли письма. В форме топора под водой Байкала — это я. Да, показываю дырку, это типа такой условный знак с человеком рядом со мной, что все ок. Договорились, что если все пойдет через задницу, надо будет показывать домик. Снимаю себя не глядя и пытаюсь рассказывать вам что-то о чудесном дне Байкала. Чувствую себя как Жак Ив Кусто. Если не знаете, кто это, обязательно погуглите. Крутейший исследователь. Посмотрите на эту красоту. Байкал – уникальное озеро, потому что здесь больше всего в мире эндемиков. Это сложное слово очень просто объясняется. Это животные и растения, которые существуют только здесь. Например, здесь живет рыбка-желтокрылка. Это удивительный папа. Вот если бы вся наша молодежь поступала так, как это папа, да, у нас бы детских домов в России не было, у нас бы не бросали детей. Потому что этот самец в брачный период, у него вот эти вот грудные плавники становятся ярко-желто-лимонного цвета. Вот. И он копает там, ну, под камушком копает такую себе, ну, не норочку, место, и самочка туда откладывает яйца, и он, бедный, и он охраняет эту кладку своих детей, да, на протяжении месяца и ничего не кушает. И потом весной, вот когда мы начинаем работу, ну, скажем, там, в мае месяце, и вот мелководье каменистое усеяно трупиками пап. Понимаете? А зато их личиночки, вот эти маленькие, как их назвать, малечки, они живут. Понимаете, какая жертвенность? Вот это удивительно. Смотришь на то, как профессор Тимошкин любит своих червячков и рыбок, и хочешь, чтобы тебя любили так же. Абсолютно уникальный ученый. Всего себя раздавал науке всю жизнь. Раздавал так, что самому себе почти не осталось. Своего друга-японца, который практически спас ему жизнь, помнит, как сейчас, спустя много лет. Я когда докторскую поехал защищать первый раз в Санкт-Петербург, у меня денег не было, мы жили ужасно. Он меня отозвал в сторону и сказал: «Доктор Тимошкин, возьмите вот это», и достает из кармана вот так вот конверт. Я говорю: «А что там, профессор?» И я посмотрел, там $500. Я заплакал. Я говорю: «Почему?» А он, знаете, что мне говорит? «Я вижу, как вы работаете, вы на последнем издыхании. Когда вы в Петербург приедете, пожалуйста, сохраните немножко свое здоровье. Вы понадобитесь и мне, и науке, и лимнологическому институту, и вашей семье. Вы хоть иногда ездите не на метро и на троллейбусе, а на такси». Знаете, я чуть не плакал. В честь японского друга ВАДА профессор Тимошкин назвал одного из червей, которого обнаружил сам на дне Байкала. У ученых так принято. Если ты открываешь новый вид, ты ему имя и придумываешь. Жена как-то, ну, давно, правда, говорила: «Вот, ты всеми назвал, а в честь меня-то почему?» Ну, я взял и назвал. Вот есть род Митюша, это сын Митя у меня есть. Вот Митюша род. Теперь есть червяк под названием Митюша, обитающий в Байкале. И, по-моему, три там вида. Один Митюша Елена, жена, мою жену зовут Елена. Потом Митюша Галина, это моя теща Галина Сергеевна, и так далее. И вот вы знаете, я взял и объединил всех этих друзей,
в Байкале. И сейчас куча червяков носит название моих друзей. И это просто потрясает меня самого. Мне так это нравится. Сегодня профессор Тимошкин – ученый с мировым именем. За всю жизнь он обнаружил и описал больше 160 новых видов. Проще говоря, впервые открыл полсотни живых существ и присвоил им имена. Но своя машина, например, у него появилась только в прошлом году. Он этому страшно рад. Я пахал, как папа Карло. Пахал. И, конечно, написал много. Вот книг мы опубликовали много, да? Стал известным в определенных кругах. Ну и что? А вот через 10 лет придет за мной ангел, да? Забирать мою душу. Куда я пойду? И там никакие лайки мне не помогут, когда душа моя пред Богом предстанет. Но это я потом уже осознал. Поэтому сейчас у меня немножко другая задача в жизни. Сегодня он воспитывает мальчика из детского дома. Тот чуть ли не прятался в ливневом стоке. А еще он очень переживает за Байкал. Он сейчас реально под угрозой. Посмотрите, например, вот на эти зеленые кусты. Они называются губки. Их происхождение до сих пор не изучено, но известно, что они обладают уникальной, практически волшебной функцией очистки воды. И нарастали они долгие годы, по сантиметру в год. То есть некоторые росли по 100 лет. Но последние 12 лет они начали массово гибнуть в Байкале. Наглядно вот просто, что происходит по годам. 14-й год. То же самое место. В принципе, те же самые кадры, точнее, те же самые площадки, тот же самый срок, февраль месяц. Местами, да, жирные кусты. Дальше, но на кустах все больше и больше появляется больных участков. Видно. Видно. Ну и дальше давай чуть-чуть пролистнем, чтобы обратить внимание. Еще чуть-чуть. Больная особь. Массовая гибель байкальских губок. Угу. Причем просто массовая. Причем, к сожалению, мы не застали, точнее, мы застали этот период, но, к сожалению, в тот период не проводили комплексные исследования губочных сообществ. Эти работы мы начали с 2015 года. И именно конкретно вот размах и масштабы массовой гибели мы сейчас не можем оценивать. Байкал внесен в список наследия ЮНЕСКО. Однако уже много лет мировые ученые, а если конкретно как раз комитет ЮНЕСКО, бьют тревогу, прося Российскую Федерацию принять реальные меры по охране Байкала. Однако за 2 года российские чиновники на 13 запросов международных ученых ответили одной отпиской. А угроза Байкалу никуда не делась. В феврале 2022-го ЮНЕСКО отправила представителя для оценки качества охраны озера. Однако через 4 дня после начала войны в Украине инспекция была отменена. Удивительное дело, в отелях вокруг Байкала есть правило – не жрать рыбу в номере. Знаете почему? Потому что многочисленные туристы из некоторой другой страны очень как-то неаккуратно ее ели и втаптывали в ковры. Я, значит, ем его очень аккуратно, как вы видите. Уже, видите, как бы все здесь, на полу ничего нет. Короче, сейчас я буду пробовать вот этот знаменитый байкальский омуль, который сейчас находится под всеми запретами. Рыба-омуль – главный деликатес Байкала. Это тоже байкальский эндемик. Вы уже знаете это слово, оно означает, что нигде больше в мире омуль не живет. Но с 2017 года действует практически полный запрет на вылов омуля. Так как оберегают эту рыбу, мне кажется, не оберегают вообще никакую просто в мире. Удивительное дело, надо просто, конечно, попробовать. Во-первых, пахнет омуль, конечно же, просто фантастически. Вот ты просто... Я обожаю, в принципе, все копченое. Ты когда вот вдыхаешь именно копченого омуля,
Господи, кажется, что просто вот копчение изобрели где-то вот здесь. Ну, настолько вообще охренительно вкусно пахнет, как будто вот, я не знаю, ты вдыхаешь и чувствуешь все эти костры просто, на которых, я не знаю, вывешивали эту рыбу. Вы спросите, как же так, омуль запрещен, а я его жру? А вот так, друзья, все очень просто. Идешь на главный рынок и смотришь на прилавки. Ребят, рыбу берем, а у нас, смотри, а вот это, иди сюда, с камерой. Смотри, ох, ай-яй-яй. Купить должен, теперь все, посмотрел. Остыл. Омуля, остыл, что берем? Формально ловить омуля можно, но только зимой, только на удочку и только для личного пользования. У каждого из продавцов на рынке своя версия, как омуль оказался не в Байкале, а у них на прилавке. Вдыхается он, делает самоубийство. Да, и мы его в этот момент берем. А, это да. весь самовыброшенный. Да. Без выбросов, ребят, берем рыбу. Вы что, попиздите или рыбу вроде? Я не пойму. Ты не понимаешь, все снимаешь. По правилам продавать омуля нельзя, даже если он реально сам выбросился из Байкала. Запрет на вылов омуля 5 лет назад сильно ударил по местным. Настолько, что представители местных малочисленных народов севера обратились к главе Бурятии с письмом, где говорили, что запрет на вылов обрекает их на полное обнищание. Тяжело жить сейчас, все дорого. Хлеб 50 рублей, скоро уже до сотни догонят. Ну, такая... Хватит жаловаться. Нормально все живет. На самом деле. Говори, что хорошо у нас. Много уделяется, поэтому... То есть это все по квотам то, что... Ну, естественно, много же нету его, вы же видите, таких объемов нету там. Как раньше. Там, как раньше, да. Просто понемножку, но есть, но нам же как-то надо выживать, наверное. Ну вот продали рыбу, купили хлебушка, молочка, ну а как иначе? Мы здесь летом живем, здесь нет никакого заработка. Нет, серьезно? А где здесь какие заработки? Ну вот еще на катерах кататься, катаются, тоже зарабатывают. Работать некуда пойти больше. Только в городе, но это в город ездить, у нас дорога стоит 170 рублей. Доехать до города и 170 обратно. Это 340 рублей. Было трудно, за один омуль давали год. Ну, вот сейчас можно раскулачивать, вот как это. Ой, я говорю, а пишите, что не надо. Ой, все, на всю страну, зачем я так? Запрет на вылов омуля в советское время вводили в 69-м году. И его здесь хорошо помнят. Вы, получается, старожил? Да. Представьте, как зовут вас? Представьте. Баба Шура. Баба Шура. Ага. Сколько лет вам? 88. Как вас представить? По профессии кто вы? Кто? Рыбачка. Она приехала на Ольхон в 44-м. Еще Великое Отечественное не закончилось. Ей тогда 12 лет было. Какая обстановка была, расскажите? Ну, нормально, что? Есть-то рыба была. Угу. Хотя тоже не сдавали, но ели вдоволь. Рыбы полно было. Наварят. Чай чехлиц наберем. Наварим. Питались нормально. Угу. Сейчас хуже. Серьезно? Конечно. Как так? Раньше хоть это как их, бичи, сегодня выгонят, на завтра их принимают. А теперь куда примешь? Работы нет. Каждый на себя работает. Ага. А вы, что, как вы говорите, почему с питанием сейчас хуже, чем раньше? А сейчас все дорого. В магазине есть, а кусается, не каждый возьмет. Экономите вы? Конечно. У вас какая пенсия? 20. Когда мы снимали это интервью, я, честно сказать, и представить не мог, что в 2022 году начнется новая... И у меня мурашки по коже, когда я понимаю, что люди, которые в детстве пережили войну, заканчивают свою жизнь сейчас во время еще одной... Хотя они, вероятнее всего, назовут ее спецоперацией. Впрочем, какая разница? Моя любимая рубрика – цены в отдаленных местах. Ну, то есть тут как бы яблоки зеленые стоят 220 рублей.
3 помидорины стоит 219 рублей. Помидоры черри, кстати, есть. Смотрите, черри. Турист, но, наверное, стоит 360 рублей за килограмм. Вот. А помело есть. Ну, оно, правда, одно единственное, я думаю, на весь остров примерно. Стоит 330 рублей за килограмм. Капуста. Обычная капуста стоит... Блин, обычная! Вот это реально цена меня шокирует, друзья. Обычная капуста стоит 3000... А, нет. Обычная человеческая капуста, такая же, как у нас с вами, стоит 310 рублей. 310 рублей за капусту – это прям много. Вот как ни крути, даже апельсины дешевле есть. 175 рублей. Нам нахватали, наворовали. А кто честно работал, тот ничего не заработал. Одни болячки. Ой, ребятишки, вы напишите? Почему денег в бюджете-то нет? У нас их не было и никогда не будет. Они хотят нефти, от газа идет, все, их никогда не будет. А деньги лежат, они лежат в Америке, они... Где деньги будут? На вот эти вещи денег не будет. Почему? Любому понятно. Зачем нам особо Сирия? Ну, понятно, надо страну поднимать, имидж поднимать. А я думаю, наоборот, надо имидж страны поднимать, как население живет, как дальние севера живут, вот эти, Якутия все, Магадан там все прочее. Вот как вот эти вещи? Вот самое. А то у нас как, строится, Москва строится, метрополитены там сдают, как никогда не сдают. Все финансы сконсолидированы в Москве. Вот, допустим, Бурятия, республика, она меньше налогов платит, оставляет внутри. А мы, Иркутска, просто область, а она больше платит. Понимаете? Вот этих много вопросов получается. Чтобы это дело исправить, вот это, я так думаю, пора уже оставлять деньги в регионах, чтобы населенный пункт вот, у нас вот, был в советское время свет, а сейчас нету. Даже не могут купить. Вот я зиму здесь один живу, 3 года обещают. Ну, генераторы, или бензину, или на свет что-то. Все, денег нету, их никогда не будет. Правильно, имидж страны – это люди. Да. Вот, они мне навозили. Он живой, он дышит. Он, понимаете, что он иногда очень суровый, но иногда очень гладкий, чистый. Водичка в нем чистенькая, прямо как изумруд. Вот. Это вообще не передать. Я даже когда вот иду пешком, да, я пою про Байкал, про все там вот это самое. Вот. И это вообще природа очень красивая. Эти вот берега, эти острова, это вот прямо жизнь, даже придает какую-то силу. Знаете, за время, пока я был там, я понял, что Байкал – такое сильное место не потому, что это самое глубокое озеро, и не потому, что здесь так много пресной воды, а потому, что здесь очень сильные люди. Байкал – это люди, сильные духом, и как будто они здесь давно поняли что-то, чего мы в центре, в Москве, понять то ли не можем, то ли не хотим. Послушайте напоследок профессора Тимошкина. Он, по-моему, душа Байкала. Он опять вспоминал историю, когда японский профессор спас его в 90-е. Нельзя относиться так, как мы сейчас относимся друг к другу. Я не могу жить в таком мире. Это не мой мир. Поэтому мне надо уходить просто, потому что это не мое. Я не принимаю духовно это. Поэтому вот последние 20 лет я там по детским домам езжу. И вот в 90-е годы столько этих было детей. И вот на центральном рынке
Иркутска. Они жили в колодцах, в канавах. Конечно, жена это не одобряла. Я там отработаю до 7, потом бегу туда, кормлю их. Они разные, но больше 35 человек умерло. Они не наркоманы были. Токсикоманы, наркоманы, все, большинство ВИЧ-инфицированы. Это отдельная история. Вот это жизнь, понимаете, это смысл жизни, когда ты просто спасаешь какого-то человека, скажем, от неминуемой гибели. Это интересно, это здорово.